Мы продолжаем наш музыкальный благотворительный марафон в защиту детей Донбасса и приветствуем нашего следующего участника. Это Вадим Самойлов. Вот я вам прошу стихотворение, а вы тут Донбассу будете. Ну вот слушайте. Сижу в подвале, день, второй, третий, и мысли пришли, пришла такая мысль. Сделать стихотворение. Вот я и говорю. Проснувшись утром, улыбнись. Скажи себе «Привет, дружище!» Еще на день продлилась жизнь, какая б не была, держись. Другой такой нигде не слышишь. Что толку на судьбу роптать? Всегда чего-то не хватает. Что не успел, не наверстать. Ни кем-то, а собой стать. Вот мудрость самая простая. Мечтой тянись к звездам дальним. Упасть всегда успеешь вниз. Не верь врагам, врачам, пророкам грозным, проснувшись утром, пой и веселись. Проснувшись утром, Богу помолись. Я говорю, назло врагам выживем. Выживем, выживем, все равно выживем. У меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Все призраки дворца, тысячелетний страх, колени преклонит, и мертвые уста словами жгут гранит. Я не забуду о тебе. Сойдется с тем свеча и пустотой зеркал наполнит свой бокал, и в гробовой тиши провозгласит он тост за упокой души, за вечную любовь. Я не забуду о тебе никогда, никогда, никогда. С тобою буду до конца, до конца, до конца, до конца.
Вадим Самойлов. Вадим, скажи, ты ездил с концертом на Донбасс, было перед отъездом какое-то ощущение страха, все-таки это зона гражданской войны, и когда ты приехал, и насколько город отличался от того, что ты себе представлял? Знаете, мы хотели поехать на Донбасс давно уже, и когда только появилась возможность, мы сразу же поехали туда. Мы были впервые там в апреле 2014 года, и потом еще много раз побывали, выступали на разных площадках. Конечно, потрясло вообще после только что боевых действий города. Первым мы попали в Луганск, видели те самые обстрелянные с... Вот это видео, где вы в Луганске, да? Да, да, да. Ага. Мы видели как раз город, который был весь обстрелян из самолета. Они бомбили, они стреляли ракетами и бомбами. Поэтому, конечно, это было впечатление очень сильное. Вот. И самое приятное для нас, что мы вот в течение 2 лет туда периодически ездим и видим, как все восстанавливается. Как много беременных женщин ходит, появляется. Все восстанавливается, становится. И знаете, вот та сплоченность людей, которые мы там наблюдаем, это, конечно, дорого стоит. Понятно, за что люди борются, и понятно, за что такие ужасы происходят. И поэтому мы с такой тревогой восприняли то, что там все снова началось. Да. Давайте следующую песню. В спину двое.
души человека жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесценно прожитые годы. Так давайте ж ценить каждый миг жизни, друзья, ибо ее смысл — возможность ее жить, чувствовать, страдать и любить. Живите, хватит убивать! Вадим Самойлов. Вадим, скажите, вот эти поездки, эти концерты, они меняют и вас тоже. Вы чувствуете? Знаете, бывает, журналист едет на войну, и война меняет журналиста. Бывает то же самое с музыкантами. Так и должно быть, потому что если ты участвуешь в жизни по-настоящему, как не просто приехал, спел, как на обычном концерте, и уехал. У нас так не получается. Там, мы там оказались, потому что наши сердца резонируют с сердцами тех людей, которые защищают свое будущее, свое право жить так, как они считают нужным. Потому что так, как они считают, это правильно. Это по-нашему. Спасибо, Вадим Самойлов. И ваша следующая песня. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить сердечно всех добрых людей, которые сейчас смотрят этот марафон, которые перечисляют средства. И, конечно, передать горячий привет Донецку, Донбассу, Луганску. Дорогие мои, держитесь, вся Россия с вами. И любые войны заканчиваются миром, и эта песня «Новая жизнь». Срывая все тормоза, вновь каждый миг твой, здравствуй, закатывай чудеса. Глубины твои не выразить словом, извне и внутри рождаюсь я снова. Богиня любви, ты даруешь мне you.
спасибо, добрый.